Тоже всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Даридий. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку «Волшебный лес», приложение ВКонтакте. Давайте посмотрим ее, разберем. Игрушка вроде должна быть такая яркая, красивая. Ежедневная награда. 1 слиток золота, точнее 3. Но вообще по факту 1. Так, получаем награду. Так, кто это такой? Интересно. Землячок. Погладь-ка. Ну-ка. Нельзя гладить. А, грибы, земляничка. Это что такое? Блин, кайфово слушать, такая яркая игра. Грибы, земляничка улучшает свойства животного на 7 дней. А я могу покупать. А, нет, что-то я другое покупаю. Какое дерево забавное. Волшебное дерево. А, лесопедия какая-то. Ну-ка. Условия прихода в гости. А, так. Условия размножения, условия поселения. А обучение какое-то будет интересно? Так, создание... Так, сбор урожая для землячков. Посади малину. Давайте посадим малину. Не знаю, где они тут. Отлично. Одно задание готово. Так, теперь нужно полить куст. Так. Полей куст, собери урожай. 7 минут он будет делаться. О, малина зацвела наша. Все, у нас лейка. А, нет, еще есть. А, садовод занимается поливкой растений. Так, о, вот садовод наш появился. Гномик такой. Хорошо. Так, соберем нашу малину. Замечательно. Смотрите, он опять поливает малину. И она на глазах прям растет. Так, блистательно. А куда вот я эту малину? Почему она не собирается у меня? И сколько у меня малины будет? Мне кажется, мне ее уже девать некуда. Может, склад какой-то нужен? Ну-ка. Посадите ромашек. Так, 5 ромашек. Ну, давайте где-нибудь тут посадим. Раз, два... 3, 4, 5. Отлично. Куст малины. Куст надо срубить, видимо. То есть она какое-то время растет, а потом все пропадает. А как малину-то собирать? Я так и не понял. Может, кого-то нам нужно завести еще? А, полить надо. Ромашка растет, и тут же мы ее собираем. Отлично. Получаем награду. Так, построй дом землячка. Домик занимает постройки 2,2 клетки. Давайте построим тут его. Так, еле можно рубить. Почему-то ромашку я не могу собрать. Ух ты, сундучок какой-то мы открыли. Дополнительный лут. Причем энергия почему-то не тратится у меня. По идее, можно все вырубить вообще. Всю ель можно вырубить. Ладно, но если не тратится, может быть, это ошибка это разработчиков. Может быть, они потом пофиксят это? Может, там реально много ошибок. Во-первых, малина не собирается. Энергия вообще не тратится. Можно покупать это за золото или за серебро. Золото у меня 12. Так, можно все-все-все пооткрывать. Вы достигли третьего уровня, хорошо. Давайте посмотрим, что будет.
Я думаю, разработчики этот баг исправят, но пока он есть, можно реально налутаться. Сколько тут ели, можно все вырубку сделать. Помощь одному. Так, мусорщик какой-то появился. Самостоятельно рубит лес, убирает камни, болото и сорную траву. Вот, отлично, теперь у нас появился еще один гномик. Не знаю, правда, куда малину нам девать. Так, прогресс. А, купи водопад. А, лапунька. Водопад нужен для привлечения гостей, а еще его можно использовать для жертвоприношения. Нифига себе. Так, можно купить, давайте посмотрим. Ух ты, одуванчик. Одуванчик мы с вами еще не покупали. Давайте вырастим одуванчики. Так, отлично. Так, купить 5 ключей. Давайте купим 5 ключей. Все, теперь можем открывать сундуки опять. Так, нужно произвести вырубку. Так, также давайте польем. Он льет и сразу прям собирает наши одуванчики. Лейки нужны для ускорения роста. Купить 10 леек за монетку. 35 леек за 3, да. Давайте купим 35 леек. Так, одуванчики остаются, но, видимо, мы потом можем собирать их. Может, склад какой-то или что-то такое. Смотрите, энергия стала тратиться. Раньше она не тратилась. Ну, это печально. То есть, если изначально играть, то можно вообще всю вырубку сделать. А потом уже такого счастья не будет. Так, в принципе, дерева еще очень-очень-очень много. Так, ладно, что у нас дальше? Водопад построить, ну... Где ты? Есть домички всякие, тотемы, декорации. Ну-ка, тотемы. Водопад. А, нужен 5 уровень. Хорошо, пока. Пока не сможешь делать. Дом землячка. Ну-ка, а что он не хочет строить-то, интересно? Все, можно открывать его. Так, домик готов. Дом землячка, и тут внутри никого нет, а тут будут размножаться у нас. А, он питается ромашкой. Ну-ка, скушай. Он сейчас скушает ромашку, наверное. Да, смотрите. О. Теперь он может ходить, я могу им управлять. Еще скушай, ну-ка. Поедят. Корешок землячка. Какой-то оставляет. Он землянику тоже, наверное, ест. Смотрите, едят, прикольно. А кто корешок ест? О, любовь у них возникла. Не хочет малину есть. Ладно, фиг с тобой. Помощники есть всякие. Можно покупать их на определенное количество дней. Так, можно что-нибудь продавать. А, вот, я могу одуванчики продавать. Так почему-то у меня на земле все валяется. Домик для землячка. Хорошо, получаем награду. Ну, немножко разбираемся в игре уже. Так, что у нас тут? Построишь статую Чирика какого-то. Давайте рядом с деревом поставим. Отлично.
получаю награду. Домик Чирика надо построить. Давайте тут рядом поставим. Линейки не хватает. Давайте купим линейку. И откроем уже. Ух ты, кто-то вылупился оттуда. Еще один червячок. А, птичка вылупилась. Вон, теперь у нас птичка есть. Все понятно, тут у нас живет червячок. Тут у нас птичка живет. И все они питаются, ну, всякими ягодами. Кто-то корешками. Значит, этот дувачками питается. Ему он хочет вишню. Все, я теперь понял систему. Так, цветы нам не нужны, деревья, кусты. Декорация специальная. Нифига себе, тут много чего интересного. Вот, вишни. Отлично. Посадим вишню. Так, все, вишня готова наша одна. Смотри, следующий урожай будет больше, потому что дерево-то выросло. Где, кстати, наша птичка? Пускай она поест. Вот же, вишенка есть. Ну-ка, иди. О, она летать еще умеет. О, все, поела. Сейчас цветная станет. Отлично, давайте расскажем друзьям. Еще кто-то появился. Смотрите, у нас прям целое поселение образовывается. Прикольная такая игрушка. Так, есть инвентарь. Энергия нужна для всех важных действий. Аптечка мгновенно исцеляет животных. Рогатка нужна для уничтожения злодеев. Лопата для закапывания болота и термоморфинга какого-то. Так, лесопедия. А, это кто у нас есть в лесу? Пока что у нас живет землячок и чирик. А потом будут всякие разные появляться. Прикольно. То есть пока у нас два животных только. Игрушка, то есть сначала я ее не понял, но потом я понял то, что игрушка-то прикольная. 25 энергии купить за... Давайте купим. Инструменты можно купить. Так, помощника нанять. Классная игрушка. Так, супер предложение. 9, плюс 9 золота бесплатно при покупке любой упаковки золота. Нифига себе. Допустим, 5. Купить упаковку, плюс 9 мы получим. За 30 голосов 75. Так, ну ладно, понятно примерно. О, можно собирать вишню. О, сколько много вишни-то у нас теперь. Так, давайте еще что-нибудь посадим. Куст малины. Малина у нас уже была. Давайте еще вишню посадим. Что еще можем посадить? Цветочки, ромашки. Давайте немножко ромашек посадим. Так, урожай будет через какое-то время только. У нас есть помощники, благо. Смотрите, как классно едят. Надо немножко им расчистить эту территорию. Все, болото уберем. Вы достигли 5 уровня, награда 231, 1 золото, стало доступно еще какое-то здание и новое растение. Так, мне надо новое здание построить. Для этого надо территорию тоже немножко расчистить, я думаю, дальше продолжим строить.
Так, что у нас тут? Ух ты, новый появился. А, это плохой. Змеюхрюн какой-то. На 7 часов мы его вырубили. Так, помощь от гномов. Охотник поможет тебе в борьбе с многочисленными злодеями, уничтожающими урожай. Какая-то отравная конфетка была. От нее надо было избавляться. Будет. Лейки, рогатки, отлично. Так, прогони злодеев. Срубить елку еще надо одну. Вылечить животного. Кто-то болеет разве у нас? Я не вижу, чтобы кто-то заболел. Перо чирийка появилось. Не знаю, но, видимо, тоже для чего-то нужно нам. Ромашки хочет. Ну вот ромашки наши. Давайте соберем. Съест урожай нас. Вон охотник, ну-ка сейчас он будет в него стрелять. Вон он бежит. У него 3 жизни, 3 раза надо ударить, видимо. Так, а новые землячки у нас. Награду получаем. Посадить 5 ромашек. Раз, два, три, 4, 5. Хорошо. Полить ромашку. Полить и собрать ромашку. Хорошо. Новые здания всякие появляются. Посадить одуванчики. Давайте посадим одуванчики тоже. Отлично. Полить одуванчик. Так, хорошо. А, 4 одуванчика надо полить. Отлично, забираем награду. Посадить саженцы вишню. Давайте посадим. Так, событие какое-то, злодей появился у нас опять. Ладно, охотник дальше справится с ним сам. На 14 дней дались, на 28 дней. Нифига себе, это хорошо очень. Так, что у нас тут? Новые птички. Яйцо появилось, ну-ка. Ух ты. Еще одна птичка, что ли, у нас появилась? Улучшить животных. Статуя Чирика. Ладно, пока что так нормально. Я предлагаю кого-нибудь еще построить. Так, купить тотемы, декорации, домики. Дом Лапунька. Давайте построим дом Лапонька. Отлично, открываем. Торжество. Кто там? Там зайчик. А где сам он? Самого зайца я пока не вижу. Ну, видимо, должен появиться скоро. Ну, в принципе, все просто и понятно. Надо все делать. Совершенствовать. Ключи надо купить. Помощники всякие. Купите и активируйте источник энергии для ускорения регенерации.
1500 стоит, а у меня уже нет таких денег огромных. Так, нужно серебро продать лишнее. А, можно продавать. Все понятно. За все мы будем получать определенные деньги. И за это можно получать деньги. Хорошо, понятно. Так, молодец, палим. Где у нас скоро кролик? Просто хотелось посмотреть на кролика, когда он появится. Давайте еще купим энергии. Теперь ваше растение некому поливать. А теперь заново нанимать. На 6 дней можно нанять. Будет в 2 раза дешевле, когда будет домик. Теперь растения наши никто не поливает. Так, здание выполнено, хорошо. Следом появляется новое задание. Блин, зайку-то уже покажите нам. Когда она появится-то? Так, отлично. Ну тут им уже хватит надолго времени проживания. Внутри никого нет. Кролики, мне кажется, не несут яйца. Почему так нарисовали, не знаю. Водопад Лапонька улучшит свой животных на 7 дней. Так, ну зачем? Нам пока не надо. Так, кое-что, наверное, нам надо будет продать. Отлично. Получаем награду. Посадим одуванчиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь одуванчиков. Хорошо. Посадить вишню. Отлично. Собери урожай одуванчиков. Давайте сделаем это. Три, четыре, пять, шесть, семь. Всего получаем награду. Каждому животному нужна клетка. Воды вам не хватает. Воду надо поставить, что ли? Так, у них любовь уже. А почему кролики не появляются, я не знаю. Хотел бы на кролика снять. Ребят, кто хочет посмотреть на кролика, на зайца, ставьте палец вверх. Мы продолжим играть. Я думаю, в следующей серии он у нас обязательно появится. Вот, давайте на этом с вами попрощаемся, на этой нотке. С вами был Дарид, ребят. Мы играли в волшебный лес. Вот, оставайтесь с нами, и мы с вами продолжим играть. Пока что с вами прощаюсь, ребят. С вами был Дарид, и всем до скорого. Пока-пока.